Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новое видео! С вами сегодня, как всегда, Олеша Кофе. И снова, после долгого длительного перерыва, мы с вами вновь возвращаемся в игрушку под названием Супер Сас. Ну, тот же самый Among Us, только немного другой стилистики, с другими немного правилами, ролями, ну, в общем, вы знаете, что это такое. Ну что ж, сегодня у нас получились супер-мега-интересные катки, поэтому я заранее говорю, что вам будет очень интересно за этим наблюдать. Ну и, конечно же, помимо загадочности и неопределенности, много угара и веселья, поэтому, ребятки, усаживайтесь поудобнее, ведь видосик получился действительно крутым. Ну что ж, вам и желаю приятного просмотра, обязательно приятного аппетита, не забудь заранее подписываться на канал, ну и обязательно прожимать кнопочку лайка, ну а мы идем играть. Ну что ж, дорогие друзья, давненько у нас с вами не было Супер Сас, и я надеюсь, что мы ворвемся в эту игру с роли предателя. Чуть приманщик, подождите, пока остальные игроки выберут роли. Я вот единственное, я не помню, что делает приманщик, потому что мы давненько не играли в эту игру, поэтому интересно посмотреть вашу роль приманщика. Вынудите предателя убить вас. Ой, а что это за карта такая, погоди. Это где мы вообще? Это на пляже, что ли? Лето, что ли? На теле... О, может, в пушку залезть? Кафетерий. Так, задание давайте это уберем. Это нам не надо, да? Как-то разобраться в игре. Что за код? Вот эта пятерка. Выполните все задания для использования... А, выбылте саботаж света. Ну, сейчас погнали, починим. Так, интересно понять вообще, кто предатель, соответственно, среди нас. Нас все... А то что за суперскорость у него там такая? Я не понял. Это что-то... Нифига себе. Слушай, ну вообще прикольно, на самом деле, карта. Так это, погоди, это та же самая карта, как и в Among Us, только в летней типа тематике, да? Типа с пляжем, с крабиками, вон там я вижу, да? Так, окей, хорошо. Не знаю, что за код у нас с вами появился, но это надо по-любому выяснить. Нет, нет, стоять, стоять, карась сладкий, это кто у нас? Кто вообще такой карась сладкий? Так, ладно, надо будет изучить этот вопрос. Надо будет понять, кто это у нас такой. Так, что у нас на камерах вообще происходит? На камерах, ну, кажется, все пусто. Ой, какой, какой пузяка, ты смотри, а! Какой пузяка прибежал! Так, задание мы с вами выполнили. Саботаж связи, да? Погнали, хорошо. Давай, 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 давай. Сейчас починим. Сейчас отремонтируем, сейчас все починим. Погнали, карась сладкий, погнали со мной. Сейчас все сделаем с тобой. Погнали, 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 погнали. Я надеюсь, что я не единственный, кто побежал на этот саботаж, что меня там убьют. Так, у нас здесь... Ты затопил так? Прикольно. Так, ладно, погнали дальше. Ну, блин, я не знаю, вообще пока ничего не происходит. Просто проблема заключается в том, что у нас очень мало людей. И, собственно говоря, из-за этого предатель, как я понимаю, не особо-то и торопится... Опа! Опа! Так, а кто такой карась сладкий вообще? Можно это я карась сладкий. Короче, я, Серега, Олег точно были в левой части, практически всю катку вместе ходили. Я тоже был, я был. А где труп нашли? Я это, короче, короче, на этот, на карточке труп лежит. Ага. Так, смотри, когда был саботаж света, я починил свет с кем-то, я не знаю, кто ко мне пришел, но когда мы пошли на левую часть, дверь была закрыта. Это был я и Серега, мы пробежали. Мы пробежали, это был я и Серега на саботаж света. А, все. Мы когда пошли с тобой в левую часть, там была закрыта дверь, да. И с левой части Дракоша выходил с камеры. Да, то есть он был в левой части. Да, да, подожди, да, стой, стой, стой. А про какого Серегу вы говорите? Про меня? Или про кого? Да, про тебя. Да. Я ни с кем не был. А, нет, стоп, не Серега был, а другой. У него на скине это секира какая-то, короче, какой-то инструмент. А, ураган? Вот. Это я. Ураган, да. На саботаж света мы бежали вместе с ним, да, это я точно помню. Все, короче, Дракоша с левой части, Ася, Серега, я не знаю, где был. Дракоша также чинил саботаж коммуникаций. Поэтому, короче, у меня один из двух, я в Серегу, ладно. Мысли в Серегу, алло, ты я тоже в Серегу. С последнюю... Вы охуели? Пошли вы в пизду. Серега, у меня выбор был между двумя игроками, потому что всех остальных я видел и практически всю карту. По реакции Сереги я могу сказать, что он точно мирный, но я честно по угару хотел выкинуть, поэтому как бы не обессудьте, Сереженька. Так, ладно, это было смешно, ребята, это было реально смешно. Так, ладно, давайте смотреть. Вообще у меня на самом деле есть подозрение, что это Джонни. Он очень как-то... подозрительно, ну типа начал сразу там все вот это туда-сюда, то есть входить в доверие, условно, и все остальное. Ой, нет, ой, нет, ой, нет, погоди. Так, ураганчик, я надеюсь, ты не предатель. Я очень сильно на это рассчитываю. Так, а как тут вообще чинится? Так, типа? Да, не выполнено. Все, отлично. Так, где у нас вообще задание? Я вот этого понять не могу. У нас задание в комнате администрации. Вот здесь вот, соответственно, вооружены. У нас еще дофига так-то заданий. Надо быстренько все это выполнять. А, вот с карточкой надо задание выполнить. Так, берем карточку. Ну, ема. О, нормально, другое дело вообще совершенно. Отлично. Так, у меня вообще под подозрением пока только Джонни. Честно, потому что других я вообще... Кто-то в столовке был. Погнали-ка сбегаем на камеры, посмотрим, что у нас вообще на камерах. Потому что мне вообще ситуация, которая у нас складывается, мне она вообще чисто не симпатизирует. Вообще не нравится. Так, все пусто на камерах. И что это и как... Опа.
А ну-ка, Джонни, ну-ка. Джонни, все-таки? Джонни все-таки, да? А, да. Я так и знал. Подожди, нет, стоп. Стоп, короче, знаете, в чем прикол? Аси был приманщиком, ураган его убил, сейчас пытается в меня вкинуть. Аси, приманщик я! Тогда не знаю, что за хуйня. Да нет, все, заметь, тут уже просто все понятно, все просто очевидно, реально, по полной программе. Ну ладно, значит... Не, ну тут, я на самом деле изначально подозревал Джонни, потому что он как-то сразу начал ходить в доверие, так, ну смотрите, я там был с тем, с тем. Ладно, а Серега чисто по приколу надо было выкинуть, я тут согласен, да. Вот это не спойлер. Так погоди, ну мы 100% же правильно сейчас сделали, да? Да. Ну прям на 100%, да? Я не замутался. На самом деле, он рот. Карась сладкий устраняется. А кто поджигатель? Аси. Я остался ураган, блин. Все закончилось? Победа! Ну что ж, приступаем ко второй катке, и я надеюсь, на этот раз я буду предателем. Я подставлю всех, я зарежу всех! Опа! Найс! Блэкджек. Ой, выпал Джек, подождите, пока остальные. Так, погоди, а вот это интересно. А вот это очень интересно. А что делает? Я вот за эту роль просто вообще еще ни разу не играл. Угадывай роли членов экипажа во время. Вот это очень интересно, а? И что ж, давайте смотреть. А, так, у нас есть выживший, есть приманщик, есть наблюдатель, есть подрыватель, есть меняльщик, есть детектив. Ну что ж, погнали, соответственно, играть. Если детектив у нас есть, это плохо, потому что таким образом он может нас спалить. Я вот это не понимаю. Что за код у нас вообще? Задание с кодом. Щитовая, починить главный щит. Ага, все, хорошо. Серега, как я понимаю, теперь за мной будет бегать, чтобы... 100% будет бегать за мной. Отвечаю. 100% Серега будет бегать за мной. Я вам реально гарантирую это. Так, все, погнали. Давайте мы, наверное, сейчас саботажик, может быть, какой-нибудь устроим. Хотя нет, давайте просто на камеры сейчас станем. Просто на камеры посмотрим, что у нас на камерах будет происходить. Блин, вообще, по-моему, предатель, кстати, один я, если я не ошибаюсь. Саботаж реактора, починить его как можно скорее. Погнали, знат. Погнали, починим. Нифига себе тут как, а? Так, использовать. Я руку приложил. Все, починили. Все. Здесь кто у нас? Здесь у нас Аси, здесь у нас Жони, здесь у нас Серега. Так, давайте камеры встанем, проверим камеры, что у нас там происходит. По полной программе, так сказать, да? Ну на камерах? Так а что, на камерах что? Ничего нету, тут все стоят. Ну Серега, смотри, со мной хочет бегать, да? Ну Серега, так, ну смотри, что он делает. Он реально, он будет бегать просто по пятам за мной, я вам отвечаю. Может быть... Блин, ну там вообще знат стоит. Можно было вообще его мочкануть, по идее. А где Серега? Надо Серегу убить. Мне кажется, реально надо просто убить Серегу и все. Так, здесь у нас все чисто. Здесь у нас все хорошо. Давайте сейчас станем просто на камеры, посмотрим, что у нас на камерах происходит. А что не используется? О, используется. Так, ну вообще, а где все? Скажите, пожалуйста. Так, вижу Джонни. Джонни у нас навигация. А, это Аси. Джонни у нас... Аси у нас навигация. Серега у нас в реакторе. Серегу можно убить. Нельзя убить. Все, хорошо. Так, давайте смотреть. Я бы сейчас убил Серегу, конечно, да. Аси у нас там вон со скоростью света, соответственно, бегает. Ураганчик прибежал. Аси скоро к нам придет. Блин, ну тут реально, я один предатель, один, понимаете? И Серега вот прям, смотри, он прям в крысу, он не выполняет задание, он чисто меня наблюдает. Он чисто бегает за мной. Меня это бесит, реально, если честно. Но почему нельзя дать мне нормально поиграть, елки-палки-то, а? Надо, короче, его как-то отвезти просто подальше куда-нибудь. Давай вот сюда встанем мы. Сюда просто проверим. Так, два человека здесь, один в щитовой, один в минотеке, один склад, один центр связи. Но он просто, он прям по пятам за мной бегает. Он просто бегает за мной по пятам. И ураганчик прибежал еще сюда к нам, да? Блин, надо что-то делать. Давайте, может, саботаж как-нибудь, наверное, сделаем. Вот так вот. И... Сейчас я там дверь закрыл просто по приколу. Короче, ладно, погнали. Так, ну надо думать. Здравствуйте, дорогие друзья. Алло. Короче, если что, у нас Блэкджек, который может роль угадать, поэтому роли мы точно не вскрываем, это раз. Во-вторых, Дракоша 100% белый, потому что случился саботаж, закрылись двери, когда он был внутри камер, поэтому он не мог этот саботаж никак сделать. То есть он, запомните, до конца игры, он точно не импостер, но он может быть выжившим. Ну, хотя нейтрал, типа, все равно мирный, поэтому... Ну, я камеры, да, минуту, да, ну, минуту сижу точно. Дракоша, поэтому 100%, вот запомните до конца игры, что он не мог. Друзья, разве то, что человек стоит в комнате и, ну, типа, перед ним закрываются двери, это его обеляют? А, смотри, нет, когда внутри камер, да. Когда в интерфейсе камеры, ты саботаж никак не делаешь. Все. Я просто, ты когда про камеру подумал, я про саму комнату подумал, а не про камеру. Все, тогда окей. Женя, а что за ты каких-то... Серега и Олег. Не, я вообще, я не знаю, Серега просто по пятам за мной, когда бегает. Олег поставил. Что поставил? Кого поставил? Дрончиков. Так, вообще не понял, про какие дроны сейчас шла речь, если честно. Я вот этого не понял. Ну ладно, окей. Допустим, я. Так, ну давай смотреть тогда, я не знаю.
Короче, надо ждать, наверное, как-то отката КД. Надо что-то уже предпринимать, надо что-то уже делать. Дракошу надо убить, потому что он 100% мирный, да? То есть, чтобы были подозрения на кого-то другого. То есть, вот кого нам убить надо, так это 100% Дракошу. Потому что он 100% мирный, как сказал, соответственно, Джонни. Так, у нас будет откат КД через 2 секунды. Вот у нас тут бегает как раз-таки Дракоша. Но в целом, мы можем попробовать убить Дракошу. Я не знаю, куда он, правда, бежит. Дракоша, братанчик, иди сюда ко мне, сладенький. Он убежал, да? Мы упустили, упустили, упустили мы его. Так, здесь у нас ураган, тут у нас знат бегает. А что вообще все в кафетерии делают? Скажите, пожалуйста, да? Так, давайте мы вот здесь встанем, типа заданицы выполняем, да? Сделаем вот такой вот саботажик сейчас с вами по фастику, соответственно, да? И погнали. Я не знаю, как играть в это, когда ты один. Это реально очень сложно. Так, все, найс, здесь мы починили. Отлично, прекрасно, замечательно. Так, вон Дракоша бегает. Блин, надо как-то Дракошу убить. Или хотя бы Серегу убить, я не знаю. Вот меня вот эта просто тема реально напрягает. Ну, короче, пошел вон Серега реально. Ну, заколебал реально бегать по пятам со мной. То туда, то сюда. Ну, ей-богу, ну серьезно. Ну, что это, а? Так, давайте мы кафетерий закроем. И побежали дальше, соответственно. Здорово, Ася. Так, и надо саботаж сделать на реакторе. Надо сделать саботаж на реакторе как-то. Вот, дверь, надо, чтобы... Надо дверь открылась. Ага, так, все, погнали. Саботаж реактора у нас. Давайте чинить. Давайте чинить. Давайте чинить. Так, ну все, одного мы мочканули. Это радует. Это реально радует. Это начало положено, как говорится. Где убили? Да, попробуй меня ураган отгадать кем-нибудь. Я? Где убили? Да справа ураган убил, типа саботаж налево дал, пока килл справа делал. А хочешь прикол? Да. Я сейчас отошел, меня кикнуло, я перезашел, я вижу, как ты бежишь направо. Угу, хорошо, ураган. Блять, я на тебя вообще не подозревал. Так я знаю, кто ты, блять. Кто? Ну, типа, ты иди нахуй. Я не так буду, блять, это говорить. Так ты же этот, блять. Вы, блядь, в меня реально проголосовали? Блять, пиздец, Джонни. Это просто очень смешно, что второй раз человека выкидываем без причины, просто как будто, я не знаю. Без причины, типа, убийство справа, саботаж налево далось, и ураган с правой части бежит. Блять, ну охуенно подставился. Вот сейчас хорошо было сыграно. Сейчас было сыграно просто идеально, я считаю, а? Убили Серегу, так еще и ураганом выкинули. Просто прекрасно. Сейчас, короче, надо просто подождать, когда у нас произойдет, наверное, какой-то откат КД. Мы, в принципе, можем мочкануть Джонни, наверное, тут как-то, я не знаю, да? Вот, ну и в целом, наверное, все. Давайте, наверное, саботажик сейчас какой-то дадим. Погнали, ладно. Ой, у членов экипажа осталось 3 задания. Вот это, кстати, плохая информация. Это очень плохая информация. Надо срочно мочить. Надо срочно мочить всех налево-направо. Так, ладно. Хорошо. Так, давай починим. Вот, починим саботажик. Все, саботажик мы починили. Так, осталось одно задание. Ёлки-палки-то зеленые. Как это так работает, а? Так, хорошо, знат где-то бегал здесь. Знат где-то был здесь, надо убить его. Здесь никого. Там еще и вентиляция сломана, да? Вот это очень плохо. Нет. Нет! Нет! Ну нет! Ладно, ладно, это был я, ребята, это был я. Ну как урагана ты, конечно, выкинул, это было смешно. Я понял, меня реально кикнуло, я вообще ушел, блядь. Я думал, Джонни сейчас вспомнит то, что я бегал вместе с Олегом. Не, а во-первых, просто Серега за мной всю игру бегал, просто всю, просто вот каждый шаг. Ну давай, дай мне роль предателя, пожалуйста, ну нет, какой... Ой, подрыватель, нифига себе. Так, и что это я могу делать, скажите, пожалуйста, он это прям интересно. Узнать, потому что за подрывателя я еще, по-моему, ни разу не играл. Итак, запечатывайте ведь... и убивать самозванцев? Типа это как? Погоди. То есть, в теории, я могу, допустим, да? А мне кажется, что вентиляциями вообще особо толком-то и никто и не пользуется. Вроде как, не. Как будто бы этими вентиляциями вообще никто и не пользуется. Какие роли у нас там? У нас фантом, шпион, может принимать облик другого игрока, притворщик, подрыватель, хакер. Ну, хорошо, хорошо. Ну, вообще, как будто бы... Так, а у меня это задание? Да, это задание. Давай попробуем его выполнить. Так, температура тела 36,3. Чуть холодновато, прохладно немного. Содержимое мышц нормально, мускулистый я, конечно. Концентрация кислорода в крови 97%. Сердечко, сердечно-легочное функционирование нормально. Так, давайте, наверное, вот так вот сделаем. Бум. Все, кинули туда гранатку. Если умрет кто-то, это будет вообще прекрасно. Это будет просто превосходно. Но мне кажется, что вентиляциями на самом деле вообще никто не пользуется, нет? Нет такого ощущения. Как будто бы ими вообще никто тут не пользуется. Я обычно бегаю. Я просто вообще ни разу не видел, чтобы вентиляциями кто-то пользовался. Так, и мы можем, как я понимаю, еще одну гранатку накинуть, да? Да.
А, подожди. Навык использовался в этом раунде. Мы можем только один раз за раунд делать, да? Жаль, 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 конечно. Жаль, ну ладно, чего поделать. Давайте встанем на камеру, глянем, что у нас на... Опа. Слушаем внимательно. Кто где умер? Короче, это фиолетовый. А как же он не умер? Где он умер? Он я в этом. Так, погоди, а ну-ка, давай-ка, расскажи ко мне, подожди, сейчас будет очень интересно, давай. Я слушаю. Тут... Короче, я зашел в эту админ-панель, и там цвета показывают. Потом показывают ядрить трупы фиолетового, потом фиолетового в этой, в электрике. А ничего, что среди нас есть притворщик, который может принимать облик другого игрока? Я тебе говорю, как есть, брат. Это я понимаю. Я говорю, как есть, я пошел сразу на труп. В данный момент я стоял на камерах стоял, вот, да. Олег, что такое притворщик? А где труп нашли? Это смотри, притворщик, это мирная роль, которая у предателя показывается как предатель. И этим притворщиком я являюсь. И вот ты очень заинтересованно за мной побежал, так посмотрел. Когда? Вот, что когда? За хуйня. Когда я побежал? Самом подожди, а труп-то где нашли? В меди. Ты подожди, стоп! Стоять, не голосовать! Я не голосовал, я еще не голосовал. Во-первых, у нас один предатель. Да куда знать? Да куда? Вы нормальные! Олег, представь, что все на мне держится. Ну че? Я не предатель. Ну я реально не предатель. Но я 100%. Ну хорошо, хорошо, я в тебя не кидаю. Я в знато. Я тоже в знато. А кто в меня кинул? Предатель! Ты в меня кинул сейчас? Я в знатно кидал сейчас, я не предатель! Чтоб вас всех... А я в голову голосовал, как? Я не понимаю, как? Я во что? Я не понимаю, ну как? Как это раб... Как в этой... Как? За что вообще? Даже время не дали оправдаться, даже слушать не хотят вообще! Ушлепки, просто ушлепки. Я надеюсь, что в эту вентиляцию залезет предатель и взорвется на моей бомбе. Я очень сильно на это надеюсь. Но это вообще тильт какой-то просто, я не знаю. Ну как играть? Ну как? Ну что? Ну почему? Ну за что? Ну... Ну почему так? Я уверен, это предатель 100% ураган. 100% предатель ураган. 100%. Отвечаю. Вот просто отвечаю. Смотри. Ну это по-другому быть и никак и не может. Это Боул. Это... Чему? Он бил в этом в камерах, потому что желтый. За что вообще, блядь? Кого? В смысле? Я был с Дракошей, ураган был справа, ты был в камерах. То есть все это время Серега был предателем, да? Так я на камере стрелял, я же видел. Выгнали в итоге меня, серьезно, да? Я тебе не пошел. Вот так, значит, да? Ну вот так вот, значит, да? Вот так вот. Ну это, ну что это такое? Объясните мне, пожалуйста. Там же еще и ураган был. Ну что это, блядь? Мы давно знали, что ты, кстати. 10 минут просто смотрим. Меня зависло в какой-то момент. Вы выкинули меня, Серега был маньяком, вы выкинули меня. За что? За что? Не, я, короче, понял, как туда наиграть, тут вообще никому доверять нельзя. Портальщик! А это кто такой? Это что за покемон? Так, хорошо, новые роли, это всегда хорошо. Слушайте, сегодня прям роли новые, какие-то новые, такого еще не видел. Разместите устройство и перемещайтесь между порталами. Нифига себе! Вот это я понимаю. Так, кто у нас есть? У нас есть шут, портальщик, хаппер, меняльщик, инженер, шериф. Ну погнали, ладно, let's go. Так, хорошо, значит, я могу делать порталы, соответственно, да? Это хорошо, это мне нравится. Так, мы вообще можем... Там ураган за нами побежал? За нами побежал. Давай мы вот сюда встанем просто. А мы все... Ай, нет, там кто-то мимо пробежал, погоди. Там кто-то пробежал мимо нас сейчас, да? Кто-то пробежал мимо нас. В целом мы можем так вот просто сделать... И убежать отсюда, и все. И вопрос, так сказать, решен. Вопрос просто решен по полной программе. Так, у нас саботажик, соответственно. Саботажик, побежали, побежали, побежали. Побежали мы чинить, побежали мы чинить. Зеленого, это он убил. Кого? Кого? А кто зеленый у нас? Ты. Не знаю. Точно враг? Точно Олег убил? Кого я? Я никого не убивал! Стоять! Ну стойте, стой! Дайте оправдаться хотя бы как-то, не как в прошлый раз. Почему я убил? Это либо желтый, либо зеленый, кто-то из них. Почему желтый? Потому что они ближе к трупу были. А где труп? Труп был на связи. Нет, а я бензин сделал, ничего? Нет, я стоял, бензин делал, начался саботаж, и после того, как сделал задание, сразу побежал наверх. Ну вы оба оттуда пришли. И ко мне Джонни, вот, я выполнял, стоял бензин, ко мне пробежал Джонни уже во время саботажа, как он начался. Я как закончил задание, сразу побежал туда. Ты ладно, я в Олега. За что вообще? Да дайте поиграть, вы что, гоните, за что? Ася, почему Олег? Ну я говорю, кто-то из вас вышел оттуда с связи, блядь. Я вообще, я в связь ты... даже ни разу не заходил за эту катку, я ни разу там не был. Блядь, так слышишь, Асти шут походу, блядь. Нет.
А что ты сразу... А что ты сразу сказал, это зеленый? Вот так сходу. Ну, потому уверенно. Я видел же. А почему ты так говоришь, что это желтый может быть? Все, скипать это Аси Шук, блядь. Не-не-не, забейте. Это Джонни. Это Джонни, 100%. Я в ушоке, реально. Опа, а это что такое? А что это сейчас было? А кто меняльщик? Олег, а ты не меняльщик сначала? Да не, ладно, вы задолбали, реально, ну хватит уже. Ну реально, ну объективно. Ладно, я, конечно, понимаю, что я предатель, да, туда-сюда, как бы, да? Но нормально, 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 нормально. Мы живы, это самое главное. Мы живы, это самое главное. Так, Аси, мы знаем, что он шут, это хорошо. Нам с вами, давайте мы дальше сейчас будем просто фейковать, соответственно, заданиями и все. Так, все, мы стоим, задание выполняем. Ну вот это я сейчас не я, кстати, делал. Ну я так, чисто к слову, соответственно, да? Все, стоим, выполняем задание и погнали дальше. Так, у нас там Джонни прибежал, соответственно, да? Так, нам с вами надо как-то убивать. Нам с вами надо как-то убивать, и надо как-то это делать грамотно, соответственно, да? Давайте, что мы делаем? Мы сейчас делаем с вами вот так вот, соответственно, да? Закрываем. Возвращаемся сейчас обратно. И идем. Ну, сейчас мы, типа, закрыли двери. Сейчас мы, типа, зайдем внутрь и проверим, что у нас тут. Пилы есть? Пилов нету у нас. Отлично. Отлично, хорошо, замечательно. Нет, что-то... Вот сейчас бы я убил дракошу, и была бы реально проблема. И была бы реально настоящая проблема. Так, у нас вот Ася. Ай, у нас... Короче, я спрятался в вентиляции, носился между медом, между камерой и между этим, как это называется? Медблок? Как-то, да, электрика. И в какой-то момент высовывается маленькая желтая головка. Так, вы в курсе, что он либо портальщик, либо шут? Ну, в смысле? А так, сейчас, погоди, я не понял, желтая головка, кинули, это на мою кепочку или на голову Джонни? Да, бля, на Джонни, маленький покемон, он вышел ты, из... Стой, не голосуй, ты серьезно сейчас инженером прикидываешься? А, то есть ты инженер, получается, да? Тут, короче, два варианта есть. То есть ты инженер, ты молчал, решил все-таки сказать, что ты инженер. Я инженер, и что тебе буду говорить, я сижу? А если Джонни шут? Вот, Джонни либо шут, либо импостер, либо шут кофе. А каким боком он может быть шутом? Я тут... А, шут может быть... Может, шут тоже может вниз проходить или что? Короче, Серега, либо шут, либо импостер. Да вы все... Вы все клоуны уже, давайте на этом остановимся. Хорошо, быстренько. Шут может проваливаться в инженер вниз или нет? Если сейчас меня кикаете, типа, игра не заканчивается, значит, я не был шутом и не был импостером. Не, я в скип. И Серегу смотри, что он, типа, шут, я в скип, я не знаю, я в скип. Это страшно. Я не успел нажать. Да тут по вашим версиям, тут все шуты среди нас, реально. Короче, запомните, он был в подвале. Не-не-не-не-не-не-не, мне надо выиграть за предателя, я не могу так рисковать. Я не понимаю, кто именно шут. Серега, понятное дело, мирный. Он этот, он инженер 100%. Но я не знаю, кто шут, это либо Аси, либо Джонни. Кто-то один из них. Кто-то один из них прикидывается специально, понимаете, да? И в этом и заключается проблема. Короче, надо убивать, надо уже топить по полной программе, что-то надо делать, соответственно, вот. Так, давайте на камеры встанем, на камерах посмотрим, что у нас вообще. Так, Серега забежал в вентиляцию, или это не Серега? Нет, не Серега. Тогда можем убегать отсюда. А, это Серега у нас, да. Так, давайте мы сюда встанем и задание выполним. Так, саботажик сделаем. Нет, саботажик не надо делать, наверное, да? Саботажик не надо, надо. Не, я типа прячусь. Я просто прячусь и все. Я не хочу, чтобы просто ко мне кто-то подходил, реально. Так, ладно. Хотя в целом, давайте убьем Серегу. Ну, почему бы и нет, как говорится, да? Ну, а почему бы и нет, как говорится? Так, ну я надеюсь, там, кстати, трупов никто у нас не найдет. Ну, вообще, да? Можем... А как портал поместить? Вот, портал мы поместили. Ну, это я, кстати, ошибочно сейчас, наверное, сделал, да? Знать здорово. Так, давай мы сейчас направо сюда забежим. Все, отлично. Так, здесь у нас что? Так, у меня... Кто-то убил в верхнем реакторе. А, Серега, ну все, Вася, ты видел, что я рядом с тобой практически был. Ну, так, а кто шут? Вы гоните, что ли? Вот опять, я не понимаю. Ну, я вообще реально не выкупаю этого прикола. Ну, я не знаю, ну ближе к трупу ты опять второй раз. Что за фигня? А где, где труп? Где труп? Хорошо, мы труп не нашли, я кнопку нажал. Этот, много у вас заданий? Нет, у меня три задания осталось. У остальных? Короче, я не знаю, я топлю по своей инфе. Погодите, вы скажите, у вас много заданий осталось? У меня много. Да иди ты нахуй, 20 минут осталось, тогда мы Олега кикаем. Да, за что я не... Нормально вообще. Потому что уже все решили. Какие вы задроты!
Ну как не понимаю, как играть против вас. Ну реально, я не понимаю. Ну одному предателю объективно сложно, но типа вообще нереально, я не знаю. Ну да, и Серега шутом, блядь, так пытался вкинуть. Да я не шут был как раз. А кто был шутом? Если что, я был. Джонни, ты ведь шутом получается. Вы поняли? Я боялся в кого-то из вас голосовать, потому что кто-то из вас, ну вы говорили, вы топили друг на друга, что вы шуты. Серьезно? Два инженера было? Два инженера! А, чего? Да, понял, я специально не начал размучиваться, чтобы дальше пиздиться начали. Блядь, такой бред. Блин, вообще в теории я мог тогда ничего не делать, вы могли бы друг на друга просто топить и все. Я не знал, что два инженера, я думал, я инженер. Так такого не должно быть просто. Ну что, друзья, вот такой вот видосик у нас сегодня получился. Я надеюсь, вы кайфанули по полной программе. Обязательно поставили лайк и, конечно же, подписались на канал. Если бы вы хотели почаще видеть эту игрушку на канале, то, конечно же, пишите об этом в комментариях. Ну и, конечно же, поддержите видосик лайков, чтобы вы понимали, что это вам действительно нравится. Ну а на этом сегодня все. Вот такой вот видосик получился. Огромное спасибо за просмотр. Всем до скорой встречи и всем пока-пока.